Ну что ж, доброго времени суток, мы с Украины. Решил так подумать, что хожу-ка я мид, а зачем мне мид ходить на самом деле, сыграю кор позициями по сути. И решил все-таки перейти на кора, на легкую линию. Нафиг этот мид, тем более спектру, который 50 урона. Ходить на мид это, конечно, такое себе занятие. Когда против тебя Джиггернаут попадается 72 урона, вообще не весело. В общем, такие дела. Понемногу будем развлекаться на кор позиции. Дальше уже. Того же Арквардена можно в кора взять. В легкую линию. Да кого угодно в кора можно взять. Того, кто на миде спокойно бы стоял. Или не стоял как раз таки. Что-то 50 урона против 70 дали мне понимание того, что не, братишка. Не надо ходить на мид спектрой. Не стоит. Даже дело не в том, что тебя загнобят способностями. Дело в том, что ты ничего туда не выформишь с того мида. Потому что ты буквально перекрестить не можешь персонажа. Купишь ты там, не знаю, все на урон. Все равно урона не хватит, чтобы перекрестить кого-то. Так что такое себе занятие. Так, ладно, фпшу персонажа, как обычно. Черту, чтобы кто-то мой персонаж забрал. Акварден в бане был, поэтому спектру взял. Ага, тут ребята забрали вард. Бывает. Варды, это, конечно, неприятно. Вообще, наверное... Было бы приятно варды ставить какие-то такие места, где они не заберутся как раз таки. Например, вот здесь вот, скорее всего, куда-нибудь можно было бы ставить. Вот в это место между таверами, и человек бы вряд ли бы догадался там забрать вард. Но опять же, каким образом ты его туда поставишь, это уже вопрос как бы другой наружности. Как, что, почему, как говорится, это уже все просто какая-то суета непонятная, да и все. Так, ладно. Лайн, 58 урона, значит. Оп. Оп. Я смотрю, подожди, это саппорт с кором питается или с чем именно? А, напускай мне бьет сколько хочет, на самом деле. Раз, два, рис. Тут он гриппа не получит как раз. Мой сапик тут дерется вроде как. Дерется за... возможность того, чтобы я нормально фармил. Так что все хорошо, я думаю. Оп. Здесь я возьму разочек. Оп. Ну. Хорошо, приятненько. Такс, ну я думаю, что на лайне мне понадобится тангусы. Вот непонятно, будет ли у меня запуливать тиммейт этих тангусов. Вот это неясно и непонятно. А, это падла хитрая. Все-таки ждал, пока я тычку нажму. Я, так сказать, отменял немного даже. Но вот что-то как-то не пошло. Ух ты ж, ух ты ж. Оп, я покликаю, пожалуй, тоже. Я, пожалуй, тоже немного покликаю, пока дают возможность такую покликать. А почему, как говорится, и нет? Причем, как бы, и да. Суппорт уже, по сути, без этого. Без ресурсов. Как же мне урона все-таки не хватает. На самом деле, даже чтобы под вышкой просто повосхитить кого-либо. Не, давайте все-таки масочку покупать буду и здесь тоже. Потому что очень не хватает урона, без шуток. Дизлейт качаю сразу, наверное. Потому что один раз мне дизлейта уже тупо не хватало и все. Для того, чтобы крипов нормально добивать. Я так понимаю, Джекира все, ушел уже, да? Угу. Джекира ушел с нашего лайна. Впрочем, надеюсь, меня тут под вышку никуда заводить не будут, на самом деле. Не понял их из них, кто тройка, кто четверка, если честно. Вроде и Джакира есть. Джакира с чем тут у нас? Первый левел, да? Понятно. Первый Джакира, это, конечно, интересно. Но вот, кто их гонять будет, непонятно. Вот этих персонажей здесь. Я так чисто подхожу получить по лицу. На самом деле. Не хочется под Магнуса просто подставляться сильно, ребят. Парень лайн мне ставит, сейчас большой вейв пойдет сюда, где я могу более-менее попробовать пофармить хоть что-то. Так что это довольно-таки приятно. Приятно-приятно. Хорошо. Уже даже урона хватает, на самом деле, чтобы забрать. Так что приятненько. Идите вкачаю в единичку еще раз. Ай, ты падла. Ну, с дизлейтом мне будет намного приятнее выбивать. А тут и дизлейт мне не понадобился. Так, тут подстопать по максимуму. Попробовать, потому что... Ага, большой...
Биг Кэмп он не забанил. Бывает. Причем одного крипа я все равно потерял. Ладно, ничего страшного. Оп. Не успел забрать, к сожалению. Кстати, я некрофоса попробую по это. Попрокидывать немного по хп. Угу. Какой неприятный каша герой. Но его добивать именно надо. Больше всего. Его именно добивать надо и что-то еще на лайн сюда покупать. Придется. Ух ты ж. Это что такое? Это что-то интересное. Ну да ладно. Могу ли я еще одну маску сюда себе принести? Хороший вопрос. Давайте я просто умру. Лучше умереть, у меня все равно ресурсов 0, чтобы стать этот лайн дальше. Хотя вот 15 секунд, конечно, неприятно на самом деле. Фкшить. Просто по ресурсам прям, ну вообще неприятно уже стоять дальше. Хотя у некрофоса все шикарно, я смотрю, на самом деле. Угу. Хорошо. Нет второго. Зато замедление какое-то есть. С приятных моментов. Ух ты ж. Прям под вышку, да? Прям под вышечку меня решил. Так далеко не хочется идти. Ага, ну, окей, ладно. Он меня сейчас под вышку может в любой момент раскайтить, я думаю. Оп, дизлейтиком по лицу. Хорошо. Оп. Оп. За тупость. И мы его сейчас забираем. Здесь по кайфу. А, уже Тинкер здесь. Тинкер здесь уже. И обратно Тинкер портуется. Как вовремя-то, да? Урон половина магического, половина физического. Но думаю, масочки мне помогут явно. Здесь хоть как-то жить. Хоть и за это время мог себе уже кольцо донести. Чуть было бы проще. Ну да ладно, ничего страшного. У Мрафа явно линия будет не самая лучшая против Тинкера. Тинкер явно не самый приятный герой для него будет. Оп, это мне. По крипсу. Ай-яй-яй, собрался таки, падла. Таки-таки забрал. Ну, лейнить очень сложно. Все-таки некрофоса хрен убьешь. Так просто. Плюс скилл мне дали. Минимум. Вот это неприятно. Плюс парень на Жакира не банит большой кемп. Не выпуливает, если не может драться нормально. Раз на раз. Ну, в общем, не самый потный парень в этой игре явно. А, третий качать здесь не ошибка, потому что вообще невозможно на самом деле стоять здесь. Прям совершенно невозможно. Причем парень с косой, возможно, уже или с чем-то. Сейчас будет. Надо даже не танго, нужна фласка. Здесь понадобится. Оп. Угу. Прям вся надежда на сапика, на самом деле. Оп. Как же он хейтит, это капец. Как же он хейтит все-таки. На. Ай-яй-яй, а? Полетел отсюда парень. Полетел. Ну, тут я не могу добивать крипов, потому что, как бы, да. Че, пацаны, ждем, когда Тинкер выфермит, да, себе блинк. И начнет вас ебать по карте бегать. Ну, будем до 40 минуты пытаться жить. Что делать? Ну так а чего ты хочешь, ты в леса съебался? Я фпшнул это говно. Я даже не знаю, что я тут могу поделать. Некро уже с косой аккуратнее. Некр с косой. Главное, чтобы хотя бы какой-то лайн был хорош. Вроде 7-6 счет, значит все не так плохо. Пока еще есть
Вероятность, что харда хотя бы что-то делает, на самом деле. В том случае. Кассон заряжать не успевает, так что все хорошо. Наша ситуация. Раз, два, хорошо. Оп. Ай, почти. Оп, слушай. Взнос. У меня есть тюль, давай попробуем его убить. Раз. Попробуй добить, хорошо, приятно. Приятно, когда можно добивать крипчиков. Ой, хорошо. А вот тут нехорошо, конечно, на самом деле. А вот тут прям... А, он уже с худом. Он байтит нас, чтобы за косу забрать. Парни, птянитесь на топ. На топ. Он к тебе Магнус пошел. Да, я видел. Топ, это все прекрасно, конечно. Худ, значит, есть, да? Нахуй инвалид ебаный на лече, блять. Ну, а на это мне. Надеюсь, да? Он не успеет первый свой кастануть вонючий. Ну, я пробую отсюда выйти чисто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. А, он уже пошел просто крип скипать. Бывает. В лесах больше хуй соси. Ну, тут ребята молодцы, что пошли за некром. Но я ничем не могу помочь, к сожалению, там. Вообще ничем. Я спектра, я хочу фармить. Я фпшнул спектру. Тинкер, понимая это, зачем-то берет своего героя, непонятно зачем. Мне это не понять совершенно. Зачем здесь тинкер в этой игре нужен? Когда он уже видит спектру. Ну, видимо, парень тоже фпшнул это дело. Так, сотка. Хорошо. Мы можем теперь. Это надо забирать. Тянуться. Убили троих, убили мидера. Можно топ спушить, пожалуйста. Андрошка нихуя не может, она АФК лес долбит. Эти кто-то втроем, нужно три человека тут. Я бы тоже не сказал, что я что-то тут делаю, по сути, на этом лайне. Надо разъебать и спушить. Чтобы смогла спектра на топ перетянуться фармить. А надо открывать территорию. Чтобы спектра фармила топ, ей нужен блейдмейл пока что. Блейдмейла, к сожалению, пока еще здесь нету. Никакого. Аккуратно РП может дать. Дед прям. А, хотя ладно, нормально. Раз, два, три. Прекрасно. Раз, два. Тут добиваю. Хорошо прям. Ай, хорошо, ай, прекрасно. Пока меня не особо сильно трогают, то можно забирать здесь крипчиков себе. Спокойно. Некрофос решил танкануть здесь все. Хорошо. Когда до базы у меня ультащит, когда я еще на ульте прилечу. Ай-яй-яй-яй. Ну, кстати, по левелу я такой же, как и он, по сути-то. Что довольно-таки приятно. Такс. Он что, хочет тавер тут, да, открывать? По 20 урона, значит, долбит, да? Да ладно. Как же они меня замедляют, это капец, эти крипы. Какой-то ужас, на самом деле. Можешь на Марфе тавер бить? Фармить смолканку, преграды починить. Хорошо. Thank you.
Ставьте какой-нибудь вижен, наверное, спектр, чтобы она могла барнуть вот так. Вот качать, что на ульте подключить. Куда ткать? Только кольт, если надо полететь. Когда увижу. Я постараюсь смотреть на карту, но не всегда увижу. Бля, у меня ульта еще 10 секунд, когда я не могу пролететь. Ну отлично, минус 2 кора. Давайте бот спушим. Можем сейчас спушить бот. Я нарез пошел, я тут стакнул в этой спектре. Давай отойдем на джекера. Да, мы не спущим. Дефармить топ у нас, там больше фармы безопаснее. Пожалуйста, вижен поставьте ему, чтобы он видел. Пошли базмаками зайдем, может еще дропку найдем. Давай, давай, мне дизоль летит. Так, был тут разговор немного, было замутаться. Продолжаем пока что. Что у нас тут дед с косой бегает рядом. Пацаны ушли отсюда, фармить наверх. А я пока фармлю на низу, так сказать. Такие дела. Такие дела пока что. У нас по фарму, ну да, вообще они не правы. Фармить здесь мне не особо уже приятно. Потому что здесь дед с косой. Здесь еще много кто может быть бегать сейчас. По приколу так чисто. Поэтому надо понемножечку да пересягиваться нам уже отсюда. Наверное, не успел стакнуть. Можно белку еще, белку. Неправильно немного отвел. Пересягиваться уже на другие линии пора понемножку. Ой-ой, мид-тавр, кстати, падает так-то. Хорошо. Нажму, пожалуй, глиф, потому что не думаю, что он нам в ближайшее время понадобится. Пойду бы оттолкнул, у меня ульта есть еще причем. Раз, два, хорошо. Некоторые магнусы. Раз, давайте. Два. Оп, забираем. Хорошо. Вот это мы тоже забираем, пожалуй. Если получится. Ну и тавер закрываем. Забираем себе все. Тавер забрали, нормально. Ульты нет, оно скоро будет. Выходим, выгоним сразу. Чтобы хоть как-то помогать команде. Файты подходить и все-все-все такое. Оп. Отходим, отходим. Делаем себе стаки, так называемые. Потому что стаки это круто. Стаки это вообще волшебная вещь. По сути-то. Без голема играть будем. Потому что все-таки голем 15% хп дает, как я помню. В общем, неприятный тип явно. Неправильно, конечно, нажал, но и фиг с ним уже. Сейчас куча шмоток нападает нам. Довольно-таки приятных. О, аквила, кстати. Аквилу я хочу. Аквила ему реген дает, на самом деле, поэтому очень приятная вещь. Кстати, меня здесь в любой момент могут забрать, так что хотелось бы отсюда уйти. Пока что уйти, чтобы посмотреть, может быть, помочь как-то команде. Он с блинком, да? Хорошо, прям как, а? Прям приятненько, как получается. Ну, пускай команда сносит все, что хочет, на самом деле, мне без разницы. Захотелось, снесла, как говорится, мне все равно. Вот эту шмотку я, пожалуй, выброшу. Так, Яшу возьму вместо... Вместо чего? Хороший вопрос. Вместо топорика пока что. Либо, если у меня будет там под мангуз что-нибудь, может, мангузу юзаем. Пока что вот так вот все потыкаем. Пока вроде бы подо мной врагов еще нету. Да и я с БМа меня не так просто убить будет. На самом деле.
Все, я, пожалуй, пока сверху ухожу. Куда-нибудь другое место. Например, в тройку свою любимую. Надо. Хорошее место это тройка. И дофармливаюсь я понемногу гоним. Если будет слишком большая пачка идти, я ее, наверное, просто зафармлю. Аккуратно, аккуратно. Так, давайте вот стакать понемногу, по чуть-чуть уже. И седьмая, псит, восьмая. Ты... Отлично. Подстакали, прекрасно. У меня ульта через 5 секунд. Драгон скилл, конечно, даст мне хапориен, но мана слишком приятная вещь все-таки. Более приятная, чем драгон скилл какой-нибудь. Такс, ну это можно забирать на самом деле. Пытаться. Что там? Раздеваживают нам вещи, да? Какая жалость. Меньше вардов, как говорится, правильно. Так, ну крипы умирают сами в себя. Я, пожалуй, пока на базу сгоняю с таким количеством хп ресурсов. Ну или пофигу. Или можно пофармить еще там. Например, вот это вот. Вот эту вот вещицу можно фармануть разочек. А что, было бы неплохо, конечно. Оп. Угу. Фарманули. И пошли тут по делам своим дальше. Через секунд 40 можно тэпнуться обратно, так как будет ульта. Будет возможность нам еще как-то помочь команде с ультой. То бишь, восполнить все ресурсы, наверное, как раз к этому моменту. И пойдем туда, куда хотим. Так что пошли понемногу, наверное, на базу. А там уже посмотрим, куда дальше. Гонимщик, рейсбенды. Не хочется в рейсбенды продавать. Ради чего? Ради 200 хп и 200 ман. Это такое себе. Ну, тут мы далеко нас. Давайте отойдем. Там есть РП, их 5, у нас спектра фармит. Отойдем. Далеко. Вот так вот. Полетели. Командочки полетим, если понадобится. Конкретно в нашей ситуации. Сейчас пока там помощь не особо нужна. Они вроде, ребята, мощные, боевые, сами справятся. Пока что. Показываюсь на лайне, потому что не боюсь соло-тинкера никак. На соло-тинкера мне вообще без разницы. Что он мне там сделать может, да ничего на самом деле. Угу. Возможно, тройку, конечно, стоило бы пофармить. Наверное, этим мы и займемся скоро. Какими-нибудь стройками. Вот тут сейчас пачечку, пожалуй, дозаб... А, я не успел. Еще этого крепца. Господи, что ж ты будешь делать-то, а? Хорошо прям. Оп. Оп, умер. От себя же причем, кстати, парень. Блейдмейл нажал. Угадали как надо, правильно. Оп-оп-оп. Хорошо прям, как приятненько, а? Подошли к файту, забрали тинкера убегающего, забрали еще кого-то и пошли сюда дальше по своим делам. И пошли фармить. Очень сильный герой. Главное пережить начало игры, остальное уже пофигу. Купить блейдмейл свой, купить какие-то шмотки и пошел, поехал, развалить кабины. Очень сильно, очень вкусно. Ударь меня один раз, да ладно, не хватило. Ну значит, этот раз хватит. Раз не хватило. О, кстати, а можно вот так вот сделать, интересно? А, все равно. Ну ладно. Все равно. Ну и фиг с ним. Хотел мангусик именно захавать так, чтобы максимально маны восстановить себе. Ну, по сути, ману-то я восстановить восстановил. Можем Рошана пойти забрать. У меня есть уже гоним. Ну, пойдемте Рошан заберем, гоним спектре. Отдадим спектре? Ничего себе, они мне верят. Да, я же как-то... Они меня прям верят, верят на самом деле, ребята. Прям, прям верующие. И... два. ДД себе забери, и я бью дизлайтами.
Они на нас точно не влетят? У нас вижу. У меня ульта есть. Ну ладно. Уговорил. Забирай, наверное, смотри. Не отдать. Уговорил, уговорил. Мальчик. Ну пошли, пошли. Я к вам влечу, Сейги. С ульты влечу. Куда надо и будет. Да-да-да, иди фарми, да-да-да. Наверное, пока кнопку давать не буду заранее. Не, отойдите чуть отсюда, давайте по лайну пойдем. И подойди, пожалуйста, на морфе. Че, подойду. Там Магнус явно байтище идет. Как-то. Как будто что-то он там знает. Они все явно там тоже. Какое мое отношение, потому что у меня фул хп проседает от того, что я фармлю, непонятно. Ну да ладно. Я, блин, сбиваю ему. Ух ты ж. Оп. Развели. Молодого развели, развели. Не сильно хочется умирать, конечно, здесь. У меня 30 хп. Умирать здесь или отхилиться на базе и вернуться к вам? Да иди, иди, иди на базу, у тебя через 20 секунд будет гоним. Ну я об этом же, думаю. Угу. Он не качает второй, он не качает. Ладно, тэпаюсь отсюда уже. Пошли отсюда подальше. Можно продать топорик, можно купить вот так вот. И посмотрим, что у нас получится дальше. Жду степ есть. Сейчас фул отхились. Оп, не пропуса. Ой, как приятно. Выходит, а? Не, не поддушить его, к сожалению. Что-то и я далековато пошел. Оп. Умрет, нет. Тинкер лоу хп. Есть возможность как-то. Ой, хорош. Хорошо, прям хорошо. Отхожу. А у нас два кора вызвалось, нормально. Ай, хотел убить, ну ладно. Хотел убить, но что-то как-то не пошло немножко. А, спасибо. Не понял, с лопатки это или откуда он шмотку взял? Ну да ладно. Так, возьмем Яшу, потом ультимейт орбы какие-нибудь и прочее, и прочее. Так, давай так сделаем быстренько. И пошли себе дальше развлекаться. Дизлейт. Хорошо, дизлейт пошел. Так, Мантона добивать. Надо вижен какой-то расставить, они все сдевардили. С Манто я буду очень сильный. Прям сильный, реально. Без шуток супер сильный, прям супер. Так что да, добиваем. По регена нет, может раску бахнуть чисто. Чтобы не бегать с лоуресами постоянно. И тинкер будет не такой опасный. Да вообще, единственный, наверное, кто будет более-менее опасный для меня, это этот. Герой, как он там называется. Я уже забыл. Некрофос? Дед чисто с косой, этот старый пердун, который будет выжигать все хп. Ну, тут несколько героев есть, конечно. Раз, два, три, раз, два, три. Хорошо прям. Прекрасненько. Ух ты ж.
помог, так сказать, ребятам немножко помог. Короче, вы можете пушить бот. Вы можете пушить бот, я буду пушить мид, я еще на ульте подключу. Не думаю, что тут вард какой-то есть, так что нормально. Ну-ка, они... А, они уже забрали его. Тьфу ты, блин. Я сижу туда, даггер кидаю, а там никого. Бывает, конечно. Такое бывает, бывает. Не у меня парни. Ну, а если я гоним и 29-я манта будет, значит. Итого голд фарм за 6-7 минут. Сколько? Где-то 600-700 в минуту, да? Тоже неплохо, с мантой чуть-чуть подускорится. Все-таки. Пускай иллюзии тоже что-то там фармят. Кого-то прибивают понемногу. Подсбривают, подбривают, тоже будет хорошо. Неплохо, неплохо прям. Или саму уже туда выдвигаться понемногу, непонятно. Надо помогать вам как-то, наверное, тут. Командочке, наверное, тут явно стоило приходить помогать, потому что командочка могла тут и закончиться немножко. Ух ты ж, какие опасные. Манта есть. Можно и башрок какой-то выйти просто. Не особо парись. Попробовать. Там башер, супер башер, что-то такое. Чтобы быстренько забирать кого-либо. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Как приятненько, довольно-таки быстро. Все сбривается. Вот, блин, падла. Ладно. Взял, забрал у меня тут. Ну, кстати, она с пикой. Так-то. На спектре не делай, наверное, себе башер. Делай нулик, чтобы она от тебя не уходила, блядь. Нулики. Да, нулик был бы неплох, но я думал, может, я его сделаю. Бля, хочется что-то на статную. Давайте лучше я нулик сделаю, а сделать что-нибудь другое. И там Рошан должен был уже забрать. Я хочу башер лично. Нет, надо под Рошан, надо вот тут играть, сейчас парни Рошана не отдавать. Я лично все-таки хочу очень сильно башерок. Вон на тинкера, я вон виден, на него выйду. Неприятно, конечно, без маны, но окей. Раз, парни, два, три. Ай, хорошо. Держу здесь траксу, парни, помогите с траксой. Дали возможность подраться. И мы это сделали. Мы подрались. Оп, почти вышку забрали. Но я без большого количества маны. Опс. Хорошо, ай, парни, хорош, ай, молодец. Можем в сторону спустить, потом разворот на Рошан. Пойти. Я пойду башерок себе этот принесу какой-нибудь. Можно мили тавер забрать, точнее этот. Мили барак, потом еще дальник. У них траксы не будет. Гоу внизу заберем барак. Пойдите на Рошан лучше. А, там Рош уже, хорошо. Если там уже есть Рошан, то без проблем. Хотя под тинкером тоже, наверное, не особо приятно стоять было бы нам. Так что ладно. С супер башером будет супер приятно играть в игру. Так что как бы да. Если баш вот так вот будет постоянно прокать, конечно, то вообще шикарно будет, конечно. Дальше в обычный башерок бы выйти. Угу. Я буду еще парни в микро прыгать. Рошан есть, парни. Сейчас, тут слишком пойдешь вкусно. На Морфей или на спектре?
Тут слишком вкусная пачка сейчас. Да-да, сейчас маска прилетит, подожди. Да я потанкую, ты, броди, с руки побей, пожалуйста. Чё ты такой донный, морфе? Раз. Тэпаю склам, если вообще еще нужен. Что, забрали? Ага, пойдемте забрали. Пойдемте по боту, там на топ все равно один барак, похуй. По боту пойдемте, в общем, ласт сторону. Я по миду просто пошел бы, да и все. А не по боту, там, по еще почему-либо. Непонятно почему. Сколько мне там до супербашера? 566? По сути, я за супербашер должен убивать кого-то. Это по сути, если так подумать. Оп-оп-оп. Приятненько. Приятненько, думаю. Супер приятненько. Так, 360 голды надо еще. Где-то взять. Так что сейчас попробуем добить. Можем подождать минутку, чтобы морс сатаник дофармил, потом зайдем. Можем пока их закрыть просто. Толкни топ на спектре. Да, я через тинкера его толкну, как только он тэпнется. Пускай толкнет сам на тинкере. Что, не хочет отпушивать, не? На тинкере парень не хочет отпушивать, видимо. Ну все, давайте пушить по боту. Бля, если сможем выключить первого мага, чтобы он РП не поражал, это будет шикарно. А, ну пойду так уже. Ух ты, шух ты ж, а. Ух ты, шух ты ж. Я, конечно, кнопочку-то нажать нажал, но вот... Офигеть вы, конечно, сносители басом. Где еще? Ладно, под все товара мира. Что-то не хочется лезть. Парни, не бойтесь. Дойдемте, давайте пушим. Го пушить, да. Ну, просто с пушем это дело, да и все. Ой, как подхилило красиво-то, а. Барак на топе теперь надо. А, да. Ай, хорошо, ай, как приятненько. Тинкер с бая, у меня маны нету, кого-то убивать больше. Давайте дойдем, у нас Аегис еще есть, подождем всех наших, еще раз зайдем по топу. На, давай так. 25 секунд, я смогу тэпнуть обратно. Они сюда как раз прилетят. Оп, что там по Аеге? Нет, я провижу некра, в него прыгаю, убиваю некра через нулифайр. Хорош, ладно, можно, наверное, даже и так заходить. Хм. 5 секунд дошел до степа. Как прыгнул некра, то впусти его. Все, вот и вся дровка. Какие вопросы к дровке есть? Есть или нету их? А вот и ваш башерок, кстати. Авангард в башерке мне дает возможность жить. Неплохо так. Супер неплохо, на самом деле. И с ресурсами вообще проблем теперь нету. Оп-хоп-оп, хорошо прям. А там еще Бладторн дальше пошел бы, Нулифайр дальше пошел бы у меня. Огонек бы схавался в какую-то тараску, в общем, как-то так бы сделали. Слишком сильный герой спектра. 7-2, можно было, конечно, бы не умирать два раза, если бы сыграть более сейвово. Но я хотел просто с фулресами идти на лайн, поэтому умер дважды на этом героя. В общем, такие дела, ребят. Очень сильный герой. Спектру используем, ребят. Аркварда, спектру, вот эту вот всю фигню. В общем, по кайфу. Очень сильный герой, без шуток. Всем ребятам кидаем лайкос и вот так вот после каждой каточки просим, ребят. Мужиков. Мужики. Народ. Зайдите. Плиз лайк. Поставьте. Все, вот так делаем, ребят. Можете также писать, кстати. Спасибо за просмотр, ребят.